Вот какая-то лошадка бьет копытами в песок, и какая-то карета застывает у дверей, и какой-то там кроссовки бьется чудный голосок: отвези ее, возница, на Луару поскорей, отвези ее, возница, на Луару поскорей. Пускай лошадка поспешит сквозь полночный угад, а там пускай Господь решит, кто прав, кто виноват, а там пускай Господь решит, кто прав, кто виноват. Там каштановые рощи, водопады и луна, и какой-то старый замок по обличию нежилой, и какие-то надежды, где утешится она, и какой-то рыцарь гордый и немного пожилой, и какой-то рыцарь гордый и немного пожилой. Пускай лошадка поспешит сквозь полночь наугад, а там пускай Господь решит, кто прав, кто виноват, а там пускай Господь решит, кто прав, кто виноват. Довези ее, лошадка, поскорей, а не то жизнь. Довези ее, извозчик, да? Жизнь промчится, словно птица, неизвестно почему. Что еще важнее, чем это, что еще грустнее, чем то. Довези ее. И не спрашивай, к кому, ты вези ее. Ну, блин, ну кто вези там? Вы не знаете эту песню? Нет, очень красивая песня. Из фильма «Капитан Фракас». Окуджава.